Происшествие случилось около 16 часов напротив дома 78 по улице Лифанова. Плита соскользнула с грузовика, когда он начал преодолевать небольшой подъем. Железобетонное изделие пробило борт машины и упало на капот встречной «Шевроле Нивы». Весь переломанный. На скорой в четверку везли. Ноги сломаны, грудь. Ну, живой, слава богу. Кто его знает, что там будет. Жена пострадавшего водителя рассказывает, на новой машине муж торопился забрать ее с работы. Давно купили? В мае месяце, в конце апреля. Только купили. Старую продали, купили эту. Ну как привязывают плиты-то, елки зеленые? Ну как так? Тут идет Грибоедов, потом лежали какая-то еще тут, ну, в общем, вот реклама заканчивается. Да. Вы планируете возмещать еще? Вам что надо? Я вам задал вопрос. Вы ответили? Вам что надо? Вон водитель, идите. Разговаривайте с водителем. Родственники пострадавшего водителя «Шевроле» намерены добиваться возмещения стоимости его лечения. Кроме того, они собираются предъявить владельцам грузовика счет за восстановление машины и моральный ущерб. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Антон Шибанов, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.